Всем здравствуйте. Пошли мы искать пушных животных с собаками. Грету с Шорохом первый раз взял вместе. Далеко не убегает от меня. Интересно вроде ему, вернее, бежать за Гретой. Но возвращается быстро сразу же. Отбежит чуть-чуть. Вокруг котлованчика пролазим и пойдем в болото, еще сходим, там следы видел по грязи, от енота много было натоптано, так то ли он там где-то рядышком живет, то ли он просто там дорожкой бегает, посмотрим, что интересное будет. Включимся — ничего не будет, значит, не включимся, наверное. Водичка, вот лебеди жили. Да, ага, на ногу наступил тебе. Лящи. Кто, скажи, скулил, да? Нытик маленький, скажи, Грета, да? Маленький нытик этот. Иди, иди давай. Я вспотел, в общем, уже. Ты кого тут, мышей нюхаешь? Морда хитрая. По-любому вот здесь это должен быть зверь. Будем искать. Последняя надежда на этот лес. Догнала. Шорох не успел. Ох, ладно. Отключаемся. Все, не видим. 3. Сначала 2. И вот сейчас, получается, раз еще его добивал.
Ну вот так вот у нас, в общем, закончилась охота. Грета лежит, охраняет. Этого маленького не подпускает. Начинает огрызаться, да, Грета? Огрызается. Обижает малыша сразу. Маленько, ты скажи, не догнал, да? Маленько. Ну, так вот, начало положено. Этот маленько потрепал его, полизал. Будет толк, да, все равно с тебя. Научимся. Енота мы, в общем, так и не нашли. Еще поищем. Так вот, всем пока. Вот еще одна барсучья нора. Туда вот подстилку, не знаю, как на солнце видно. Сюда греб, греб, греб. И уже загреб. Вот это вот вроде как бы, мне кажется, старая. Вот это нагреблено тут свежее у него. То ли лег, то ли не лег. Эх, не видать. Не видать. Причем вот тут вот должен быть. Ага. Тут тот норок заткнул, видимо. Вот так вот вот. А на улице неделю 15 градусов тепла. Сегодня, наверное, около 20. Тут вот когда-то копано было. Давно. Там дырка, там дырка. Вон там он. Возле ворона дырка. Тут барсук тоже есть. Вот тропинка есть туда. Вот этот норок с паутиной затянуто. В общем, барсук тут пришел зимовать. И причем не было летом вычищенного. Может быть, не обвалилось ничего. Зашел, ему понравилось. Сразу же нагреб. Вот так вот вот. А мы едем дальше. Посылки везем. Подарки ли. Стали в группке косули объединяться. И справа еще далеко. Там их еле видно. Еще 3 штуки ходят. Так, ну вот который слева, то точно с рогами. И вон тот вроде по центру маленький с рожками. Как мне показалось. Вот у этого вроде рожки маленькие. Сегодня минус 10 было ночью. Уже замерзли. Наткнулись мы с вороном на болото. Сейчас будем его изучать. Тропа какая-то. Наверное, здесь лось ходит, да, ворон? Ворону не до этого, ему пить охота. Сейчас поезжу, посмотрю. Очень перспективное место. Их далеко, да, ворон? И один рог вроде. Ну-ка, не толкайся. На солнце бежит. Вроде один рог, ага. Плохо видно.